Всем привет, с вами Нубастер, и в этом видео я просто громадного размера чувачок, ребята. Ну а ты поставь лайкосик, такой же большой, как я, ребята, потому что я попал просто в город Хаги-Ваги. Вы не представляете, что здесь происходит. Здесь настолько все запущено. Они делают здесь просто что хотят, ребята. Сейчас я вам все покажу. Этот город, почему я такого большого размера? Потому что я... Такой есть, а город маленький. Я его нашел где-то вообще. Не, я ехал, случайно его нашел, ребята. И теперь я в нем хожу. Это город почти как какая-то большая игрушка. Игрушечный город почти, короче. В него можно реально играть. Как точно, как Легомир, ребята. Посмотрите, я тут... Я не могу пройти. Я очень, короче, вообще застрял, походу. Я, походу, застрял в домах. Что мне делать-то? Ё-моё, ребята, конкретно застрял. О, нормально, ребята. Нормально, здесь просто вы обалдеете. Что здесь вообще есть, а? Давайте я вам покажу, значит. Здесь я где-то видел сосиску Хаги. Да, это не шутка, давайте лучше я буду прыгать по домам. Да, буду по домикам ходить, чтобы, ребята, это... Чтобы... Значит, все видеть. Вон там сосиска Хаги-Ваги. Посмотрите, ребята, вы видите это? Вы видите это зрелище? Я просто в шоке. Вон, посмотрите. Давайте подойдем поближе к этому существу. Я не знаю, как это назвать еще. Там, значит, здесь они собрались и в этих клетках сидят. Просто куклы Поппи. Ребята, Поппи Плейтайм, вот эта вот девочка, они ее почему-то посадили в клетку и не выпускают. Мы попозже выпустим. Посмотрите, что у них здесь в мире. Просто, ребята, не может выбраться. Нюхает она или что делает? Асфальт, я не понимаю, ребята. Давайте подумаем. Как же мне уменьшиться? Потому что я не могу по этому городу с таким размером просто ходить дальше. Это просто действительно... Мне некуда пройти. Вот здесь какая-то, я заметил, есть штука. И нажимая на нее, ребят, я уменьшаюсь. Смотрите, сейчас покажу. Сейчас, смотрите. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Все меньше становлюсь, ребята. Все меньше. Реально ничего себе работает. Обалдеть, у них в городе столько примочек есть. Ну что, какого размера там стать? О, мне уже легче ходить. Я себя уже легче чувствую. Когда вот так вот, да, легче. Давайте. До какого вообще размера я могу дойти? Не знаю. Могу ли я вообще стать вообще как это, не знаю, как Тик-Так? Или как МНДМ? Смогу я стать таким маленьким? Давайте проверим. Сейчас проверим и пойдем дальше. Но уже я меньше, чем они, короче. Так что это уже опасно. Давайте посмотрим, до какого вообще размера. Меня... Это что такое, ребята? Посмотрите на меня. Мне очень плохо. Меня не видно даже почти. Посмотрите, что со мной, ребята? Я просто падаю. Нет, давайте немного уменьшимся. Хотя бы вот так вот. Я еле хожу. Я еле живу. А вот так вот. Во, вот так вот еще более что-то менее. Нормально, короче. Нормально чувствую, но я почему-то скольжу. Теперь вот так вот. Нет, давайте еще. Вот так вот. Да, вот так нормально? Все, нормально. Будем теперь вот такими маленькими, короче. И мы можем, в принципе, себя еще увеличить. Нормальный размер это вот такой размер. Давайте будем таким, если что, хоть мы будем за себя сможем. Ничего себе, ребята. Я настолько уменьшился, что мне даже вот эта штука маленькая. Давайте посмотрим, что мы тут... Вау, ничего себе, ребята. Что я натворил с городом, ребята. Ой-ой-ой, я разбил его просто перчаткой. И что здесь происходит? Давайте выпустим этих кукол. Ничего себе. Что делать-то с этим, с городом? Я разрушил. Давайте откроем клетку. Давайте. Так, как же? Дотянусь я, не дотянусь? Давай, открывайся, ну же. Давайте попробуем вот этой штукой открыть. Вот так вот. Что происходит? Что такое? Куда улетел? Ё-моё! Ребята, теперь все в порядке. О, подождите, я машину нашел. Короче, вот эту штуку мы используем в конце игры. Мы попробуем разрушить этот город полностью и посмотреть, что будет Хаги. Я здесь нашел машину, что я буду передвигаться? Давайте. Мне понадобится машина, потому что сейчас ничего никакая быстрая. Просто обалденно. Не сюда припаркую. Вон туда, подальше. Вот все, вот здесь припаркую. Давайте откроем вот этих девочек, которых они посадили в клетки просто. Посмотрим, что будет. Так. Первая открыта. Смотрим, вот она выбралась. Так, и что дальше? Они ничего не делают ей, короче. Здесь Кисси-Мисси стоит, давайте. Открываем у нее быстрее. Главное, чтобы... Ребята,
Что происходит? Они пинаются жестко, короче. Быстрее, я не могу просто открыть, потому что это сложно. Во-во-во-во-во. Все, открыл. Унитер, не могу выбраться. Они теперь вообще тут меня окружили. Ё-моё, ребята, опасно. Очень опасно. Все, бежим. Вроде выбрала. Вроде мне удалось спасти двух девочек. Они убежали куда-то. Ничего себе. Они какие быстрые. Во-во-во-во-во. Посмотрите, они пытаются убежать. Но они не могут убежать от Хаги-Баги. Там еще Кисси-Мисси сейчас увидела. И тоже хочет, короче. Давайте последнюю открываем и убегаем отсюда. Если мне удастся, конечно, это сделать. Во-во-во-во-во. Все, спасайся, девочка. Я тоже спасаюсь. Короче, очень опасно. Я тоже спасаюсь от этого всего. Бежим, бежим, бежим. Я лично сажусь в тачку. Ой-ой-ой-ой-ой. Что здесь летит? Просто все летает. Ребята, если мне по башке эта штука попадет, а мою тачку пинает. Быстрее садимся. Отсюда уезжаем быстрее, короче. Это еще не все, здесь кучу разных Хаги-Ваги. Не, на машине здесь, ребят, вообще невыносимо ездить. Я не знаю. Давайте посмотрим, что здесь в этом мире, в этом городе есть еще. Так, давайте посмотрим. А что если вот этой штукой? Так, ребята, я хочу проверить, что будет, если вот этой штукой, вот этими руками, вот тут эту штуку разломать. Давайте попробуем. Бам-бам! Ну-ка, ну-ка, ничего себе, реально, посмотрите, ломается, ребята! Все просто падает, все просто рушится, я их лишаю просто этого аттракциона. Вы посмотрите, у них уже здесь и деревья, все, чего я коснусь этой штукой, посмотрите, все исчезает. Вот это да, ребят, сейчас у них просто весь мир исчезнет, возможно. А, ой, все обвалилось, ребята! У них все в мире. А что происходит? Посмотрите. Ладно, пора этого. Я пойду поищу лучше каких-нибудь других. Они снова их посадили в клетки? В общем, я не буду им больше помогать, попозже, точнее, помогу, потому что очень опасно. Здесь вот эти плиты, они, короче, когда они на них скачут, они как-то... Вон, вы видите, как больно мне так прилетело в лоб, короче, этой плитой. Пока что я туда не пойду. Я пойду посмотрю. Ой-ой-ой, там что-то происходит. Они туда все ломанулись, все побежали. Что-то там горит, ребят. Что-то там горит. Пойдемте посмотрим, что там горит. Я уже не знаю, что мне ждать уже в этом городе. Это Спанч Боб Хаги. Ребята, реально, он что здесь делает? Он что, на отдыхе, что ли? Надо от него подальше держаться. Или нет? А давайте соединим Спанч Боба Хаги. Мы покажем той девочке. Может быть, девочка может с ним справиться. Побежали быстрее. Сейчас мы его подманим туда, к той девочке, которая, как называют, Поппи. Или вот к сосиске, не знаю, там сосиска, ребят, посмотрите, что делает он. Он еще и с джетпаком. Конечно, он быстрее летает, чем я, ребят, бегаю. Давайте вот сюда, давайте, давайте. Ну, они его топчут, ребят, Спанч Боба затоптали, где он, вон он, давайте выпустим хоть одну девочку, давай, девочка, давай, что-нибудь делать, драка, ребят, смотрите, Поппи против, нет, она не замечает, но должна была заметить этот Спанч Боб Хаги, там что-то летает, ребят, вообще какая-то здесь куролесица происходит, это какой-то просто сумасшедший мир, я не знаю, ребят, сумасшедший просто мир, сумасшедший город, не знаю, вы бы хотели в этом побывать, в городе, это просто, я не знаю, какая-то, что здесь происходит, что здесь случилось, почему это, давайте выпустим вот эту, короче, девочку, всех выпустим, знаете, у меня просто такая... Его просто пинанули куда-то этого Спанч Бобика. Спанч Бобика просто. Я теперь застрял где-то, ё-моё, теперь выбраться отсюда не могу. Чё такое? Что за мистика тут? Что за мистика? Выбрался каким-то чудом, ребята. Здесь какие-то невидимые штуки. Да отстаньте от меня! Только посмотрите, что они делают. Просто толпой, ребята, просто толпой на бедных девочек, кукол. Посмотрите, прыгают, ничего им не дают, походу. Вы только посмотрите, сколько их и сколько... Подождите, здесь была только что кукла. Куда пропала она? Ребята, здесь вообще они здесь... Их тут просто как мух. Я не знаю, что происходит. Меня тоже пинают. Я попался под горячую руку. Вообще спрятался, ребят. Давайте спрячемся. Я вроде спрятался, и теперь меня не видят они, короче. Ничего себе, ребят, здесь очень все опасно. Они все топчут, все кидают, все швыряют. Ладно, пора отсюда вылазить, если мне удастся. Походу, застрял. Мне надоел этот мир, я просто его уничтожаю. Это просто невероятно. Здесь что происходит? А что, если по Хаги ударить? А! Ой-ой-ой-ой-ой, ребят, здесь только что стоял Хаги. Вот он. Давайте все уничтожаем. Куда-то попадаю я, непонятно куда, короче, в какой-то мир. Все рушится, все дома, посмотрите, все дома сейчас уничтожу. Я уничтожу сейчас этих всех клетки, которые они там. Где эти девочки? Где эти девочки, ребята? Что происходит? Где я? Где я? Помогите, ё-моё! Вау, паркур куда-то просто на неведомые края. Что происходит, ребята? Что происходит? Ладно, подписывайтесь на канал и ставьте лайк. С вами был Нубастер. Все, где-то я, короче, появился. Подождите, ребята.
Подождите, меня замуровали! А нет, фу, замуровали. О, сосиска, ладно, пойду немножко перекушу. Ну ладно, ребят, с вами был Нуба... Стер, ставьте лайк.